Всем привет, ребят. В общем, решил включить прямой эфир, потому что многим не ответил. Большинство пишут приятные вещи. Это не может не радовать. Всякие приятности, комплименты. Может быть, есть те, которые хотят меня в чем-то обвинить. В общем, кому не ответил, пишите здесь обязательно. Постараюсь ответить всем, пообщаться с вами. О, с Грозного. Вам тоже привет большой. Привет, спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Ничего, сегодня суббота. Всех мужиков с праздником. Всех служащих, в общем, всех мужчин с нашим днем. Да, достанешь, пожалуйста, братан. Что хотел сказать? Сегодня суббота, не знаю, 45 человек зашло. Что вы, не отдыхаете, не гуляете нигде? Ого, там какие страсти мне пишут. Новочек, это что, город такой? Спасибо, все круто, все здорово. Так, что-то много все написали. Никитос, здорово, здорово, всем привет, Волгоград, привет. Блин, красавцы, с разных городов ко мне заходите. Как сказал Дмитрий Тузов, парень не должен быть красивым. Девчонки, мне кажется, парень должен быть вонюч, могуч и волосат. Дома сидите, тоже хорошо. Новочеркасск. Привет. Да, я помню, вот, кстати, с Валюхой списывался. Общались сейчас, должна скоро вернуться, ездила домой маленько отдохнуть. Новочеркасск, всем привет, Украина, здорово. Нет, я не с Пингвиновой, но мы общаемся. Вот, о, Виталик, здорово, здорово, дружище. Че, ты куражишь где-нибудь сейчас? Кисловодск, привет, спасибо за поддержку, ребята. Так, тут кто-то собирается на проект. Нет, не, как и Туманский проект. Нет, с Ирой мы не вместе. Так, Крым, привет. Значит, вонючка. Ну да, особенно, знаете, когда вот здесь в зале позанимаюсь, я думаю, попахиваю немножко. Но, кстати... Вспоминая свои прошлые отношения, мне девушка даже всегда говорила, вот я там после тренировки, там, в общем, от меня нормально всегда пахнет. Так, как заход на этой неделе? Слушайте, я улетал в Новосибирск, поэтому упустил этот момент, но, судя по всему, то есть девочки там кое-какие притопали, вот. Судить пока не могу, все увидите. Меня здесь не было. Химки, привет. Так. Да, Ирочка-то подходит. Спору нет. Нужно только с другими головниками разобраться. Игорь, есть ли шанс на воссоединение Тани? Да, не переживаем за них. Слушайте, ребят, я переживаю не меньше. И, честно, искренне, мне бы очень сильно хотелось, чтобы мои друзья снова воссоединились. Но это очень такая у них сложная ситуация, я вам хочу сказать, в которой... Они оба виноваты, потому что были случаи, когда они действительно осознали, что дороги друг другу, вот, и смогли как-то... Ты что, заниматься пришла? Холодно, нет. А? Что, может, завтра начнем или с понедельника? А? Может, начнем, говорю, с понедельника, я что-то сам расслабился. У меня выходной. А вот и Ира. Кстати говоря, подойди сюда, пожалуйста, на 30 секунд. В общем, друзья, многие пишут, что у нас и как. Лично у меня все хорошо, мы общаемся, в общем, отношения у меня к ней прекрасные, вот. Ну да, мы не вместе, но очень хорошо смотримся, как все говорят. Ты что, спала? Нет, я в телефоне сидела. В телефоне сидела? Давай, я посижу у тебя. Так, давай, да, поотвечаем. Так, приветики. Потому что кое-кто говорит, что я там всех обманываю. Что
скажете о драке, которую показали в эфире? Чудовищно. Что я могу сказать, я считаю? Игорь, что думаешь насчет пары Стецефедя? Стецефедя? Я считаю, что ребятам нужно быть вместе. Вот. А Федя сейчас ее добивается, но Настя что-то там крутит, мутит все. Старые отношения не может забыть, походу. Так, больше нет девушек, кроме этого уебища? Так, мы ее заблокируем, да, не будем переходить тоже на личности. Вот. Мне кажется... Это вроде не про меня. Слушай, ну так. Сейчас я только с тобой. Ой, Ира, привет, красивая. Спасибо. Ира, люблю тебя. Егор, это просто скучает по Игорю. Ира вообще классная. Спасибо. Так почище, знаешь, ты не привык читать быстро все эти комментарии. Ира вообще классная. Кто-то плохо Ира, видишь? Слушай, честно говоря, да. Ставлю в школе я присутствовал. Лайков. Игорь, няшка. Игорь, ты няшка. Где он няшка? Это няшка. Я бы испугалась, если бы надо... во дворе увидела бы ночью. Ночью во дворе. Ирочка, ты себя правильно ведешь. Вы смотрите с ним. Очень милые. Спасибо. Видишь, ты говоришь то, что тебе говорит, только гадости будут про меня писать. Ира тоже лапник. Спасибо. Одна из немногих, которая себя не ведет ужасно до медла. Спасибо большое. Ира, как настроить? Пока не готова к отношениям? Пока не готова. Игорь четкий. Ты четкий. Четким надо? Шутка. Спасибо. Надо четкий вам. Ира, ты классная. Я захватила твой инстаграм. Слушай, видишь, даже звучит Ира и Игорь, понимаешь? Мне, кстати, сегодня писали, надо это с девушкой инстаграм вести, короче. Игорек достоин лучшего. Не обессудьте, Ирин. Почему вы считаете, что... Ирина не может быть лучшим. Игорь, у тебя сердце свободное. Игорь, скучаешь по работе в шабе? Сердце у меня свободное. Начну смотреть Дом 2, когда станете парой. Игорь, покажи настоящие отношения на проекте. Знаешь, что получится. Да. К Тане был приход? Нет. Игорь классный, не затяни. Вот собираешься затягивать? Хороший вопрос, на самом деле. Тут, знаете, очень сложный момент, на самом Уходи, деле. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Все у Иры нормально с лицом, не переживайте. Лучше мне фамилию, до сих пор не будешь хорошим человеком. Куталевич, тоже привет. Так, сколько вы спать ложитесь? Короче, ладно. Всем спасибо большое. За комплименты, слова, да. За неприятные пошли нахуй. Оставляю тебе инстаграм. Что будешь делать? А? А? Что будешь делать? Не скажу. Вот так вот. Так вот мы и дружим. Так вот. Перебили меня. Хочу, чтобы Даня с Таней был, но ребята очень слишком далеко зашли. И как бы мне не хотелось, чтобы они были вместе... Мне кажется, что это уже прочитанная книга у ребят, к сожалению. Так. Слушайте, девчонки, вот кто пишет мне там, хочет, не знаю, на проект пойти познакомиться, я вам так скажу, у меня сердце-то свободное, я общаюсь с Ирой, но ее сердце закрыто, так как она недавно ушла от отношений. Не знаю, как дальше будут протекать у нас дела. Может быть, там ей не подойду, или она мне. Все может быть. В данный момент я свободный парень. Вот. Все, что могу сказать. Можно в гриннице. Короче, честно говоря, на сегодняшний день немножко запутался. Много чего вокруг ходит. Вот. И, в принципе, когда, знаете, девушка не совсем открыта, ну... Сложновато добиться расположения. Да, кто там слушает? Это Танюха там. Танюша! Диджей! У меня в прямом эфире тут тоже за вас переживают. У меня танцы. Так, танцы от Татьяны Строковой. Ты себя фотоешь без палева? Так, что-то шепчется.
В общем, я снова хотел лечь спать, но посчитал нужным немножко в телефоне посидеть с вами, пообщаться. Тяжелый сегодня был вечерок, на самом деле. Да, Таня, очень хорошо после операции. Глазки такие стали повыразительнее. Слушайте, да никто из них не отпустил. Действительно, была любовь, были у ребят отношения, но... По крайней мере, за своего друга заданию я скажу, что ему тяжело по сей день, но он принял решение, что лучше он пересилит, переболеет, но будет свободным и, в общем, будет строить свою жизнь без Тани. Не знаю, по мне так Танюха хорошая девчонка, у нее сильный характер и, ну, нужен свой подход. И, к сожалению, изначально, наверное, в отношениях Даня много что позволял и, понимаете... Отношения это как, не знаю, как небоскреб. И если в начале фундамент, когда основа закладывается, отношения дают трещину, я считаю, потом очень тяжело все это изменить. Я считаю, что в отношениях, когда присутствуют какие-то уже оскорбления, неуважения, если это не решать сразу, если это не пресекать, то потом это будет постоянно всплывать. Я думаю, кто смотрит проект «Дом-2», вы понимаете, что здесь любые вот эти трещины, которые многие пытаются замазать, скрыть, ну, они при любом разговоре, да, в коллективе на лобном, просто все это всплывает и все становится на свои места. Поэтому, ребята, у кого отношения за проектом, по своему опыту хочу сказать, старайтесь побольше разговаривать, слышать и слушать свою вторую половинку и решать проблемы на берегу. Не откладывайте все это на завтра, на потом. Лучше сразу все решайте. Так, мне 24 года. Спасибо. Честно говоря, любому нормальному человеку не нравится свой голос, но я, когда работал в продажах, работал над ним и, ну, что-то более-менее слепил, вот. Где мои 24 года? Блин, честно, в этом году будет 25. И я вспомнил, что когда-то, знаете, о чем я говорил? Я говорил, что вот, мне будет там 25, уже я по-любому должен быть женат, у меня должны быть дети, семья. Сейчас понимаешь, как жизнь протекает, и ты, ну, сейчас такое время постоянно ищешь какие-то пути, тебе может быть интересно, в общем, какое-то развитие, не знаю, думаешь, чем тебе заниматься, ищешь себя. И я теперь понимаю, что 25 только жизнь начинается, короче. И страшно то, что время очень быстро прям летит. Я нет ни один в семье, у меня есть маленький брат. Он в первом классе сейчас. Спасибо. Но многие здесь обычное нормальное воспитание воспринимают за какую-то, знаете, ну, слабохарактерность, я не знаю, покладистость. Ну, в общем, здесь на проекте это не так, походу, ценят. У меня день рождения в августе, 12 августа. Не знаю, что там у Кати с Владом, это особо не интересуюсь, честно говоря. На Сейшелах, но, в общем, не знаю, вроде как все нормально. Мне как-то по боку, только счастья желаю, суждено быть вместе, пусть будут. Очень жаль только, что я в эту историю каким-то боком залетел. Вот. Ну ладно, не будем о грустном. Честно говоря, сейчас, походу, на те же грабли наступаю, когда человек еще отходит от отношений, я начинаю залетать на тот же капкан. Ирка, когда прилетела с островов, просто начали общаться, реально, девчонка зацепила, понравилась. Вот. Начал анонимно, в общем, ухаживать за ней. Вот, и, честно говоря, к сожалению, мне не на руку была та ситуация, когда ко мне пришла девочка, но она мне не понравилась, вот, мне пришлось раскрыть карты, сказать, что это, ну, у меня есть симпатия к Ире, там, я за ней ухаживаю, хотя я немножко планировал иначе начало
наших отношений. Вот. Так, в понедельник, ребята, увидите, кого там Дани привели, не привели. Не знаю, кто лучше, там, Катя или Ира. Я знаю одно, что люди, они разные. И для Кати, возможно, и был каким-то перевалочным пунктом. Ну, Ира другой человек. Она не играет, просто ей действительно сейчас тяжело. И, ну, непонятно на самом деле, будет она с Димой или нет. Утверждает, что не будет, но покажет время, друзья. Ира слишком проста. Я бы не сказал, что она простая. Вовсе наоборот. Простых сюда не берут, как минимум, на проект. Ты кого поддержишь, Олесю или Яну? Честно, в этой ситуации не разбирался, но я, наверное, больше поддержу Олесю, потому что какая бы она ни была там, кто бы что про нее не говорил, ну, она прикольная девчонка, и то, что было не за спиной, это только ее личное. Говорит о том, что она там шея какая-то не такая, ну, не очень правильная, потому что и Олесю тоже родители все смотрят. В общем, все это дошло до драки, потому что там был праздник, видимо, ребята выпили. Ну, Сереге тоже досталось. В общем, мне искренне жаль, что с ребятами так обошлись на острове. Жаль, что ребята не смогли как-то найти общий язык, извиниться там, да, как-то на чем-то сойтись. Все это дошло, дело до драки. Вот. Считаю, что в наше время нужно уметь договариваться. Катя с Владом вместе, да. Я не грущу, спасибо. Привет из Испании, тоже привет. Спать уже хочу, на самом деле, как обычно. За драку наказали. Слушайте, по-моему, нет. Я в Новосибирск улетал и пропустил обсуждение по поводу всего этого. Слушайте, я не говорю, что Яна там плохая какая-то. Честнее, смелее, это только плюс. Вот. Но и Олеся, честно говоря, почему-то в моих глазах стала немножко иначе выглядеть. Как-то она... Ну, в ее словах тоже есть правда. Вот. Просто, ну, Яна девочка, и, мне кажется, так, во-первых, Захара подставлять перед коллективом, ну, не знаю. По мне это не очень выглядело на Ловном, когда она ее просто засаживала, что она там шея Б. Почему нельзя произнести слово алкоголь или секс в эфирах? Ну, потому что нас смотрят и несовершеннолетние, я так понимаю, пропаганда. В общем, приходится все это перефразировать. Испания не спит. Да и за Яну что-то там слышал. Господи, блин. Ребята, ну вот согласитесь, вот если каждого из нас взять, что-то есть за спиной такое, ну, не очень хорошее. Все мы не святые. И, блин, вообще не люблю, когда за прошлое говорят, что-то вспоминают. Я думаю, нужно по факту человека судить. Так он здесь, как минимум, хотя бы на проекте. Блин, вот эта ситуация по поводу 500 тысяч выпить чая, что-то я вчера про это увидел, услышал. Ну да, это, честно говоря, странно. Я, ну, еще с Олесей не общался, что это за прикол. То есть, ну, неужели она реально думала, что ей 500 тысяч, она попьет чаю и уедет. Блин, ну, есть такие девочки, которые вроде бы не глупые, а в каких-то таких ситуациях, ну, ведут себя... Странно очень. Ну да, то, что Блюм также его ударил с подтишка, нет бы просто разнять, да, там с подтишка ударил, конечно, было не очень хорошо. Так. Я не назову, ну, отношения наши с Ирой какие-то романтические, есть там свидания, времяпровождение, общение, просто, ну, какое-то дружеское, легкое. Вот.
Вы очень подошли бы со Строковой. Не знаю, возможно. Но лично я об этом никогда точно не думал. Ой, блин. В последнее время что-то много кто пишет про Таню. Не знаю, каким боком вообще. С моим другом встречался. Когда пишете, вы хотя бы думайте, что ваши пальчики нажимают, там какие буквы. Она показывала Зерцо на самом деле, переписку. Раздумала, еще не что звонила раньше. Спасибо, стараюсь побольше отдыхать. Честно говоря, сейчас пару дней назад, когда летал к себе в Новосибирск, не буду лукавить, с друзьями виделся, гуляли, в общем, отдыхали, с родными днем виделся, по работе дела делал, в общем, занимался делами, встречался с друзьями, с родными и мало как-то спал, не высыпался. Сейчас сюда приехал, по возможности днем дремлю немножко. Сейчас тоже хочу спать, но решил с вами пообщаться маленько. Вот поэтому спасибо за внимательность, за заботу. Захарьяш ладошкой оттолкнул за голову Шафиева. Ой, ребята, не знаю, что там было, блин. Но мне кажется, Блюм больше Захарьяш Сереге ударил, потому что свои личные какие-то счеты якобы у Аньки там раньше были отношения с ним. И буквально за день до этого случая она сказала, что якобы Серега волшебство было лучше. Не знаю, может быть, его это так задело, что он решил воспользоваться ситуацией. Да как решился? Просто понял, что меня ничего не держит, хочу изменить свою жизнь в корне. Вот я здесь. Да, отдохнул, очень круто. Спасибо. Ребят, ну, посмотрите на меня, если буду на проекте. Через полгода я буду таким же. Мне ничего не изменит. Только в лучшую сторону буду меняться. Здесь намерен стать еще сильнее. Да, девчонки оба хороши. У Олеси там что-то с рукой, там еще что-то. Блин, меня там не было, вас тоже, поэтому тяжело судить. Даня Романцев, это кто вообще? Слушайте, знаете, то, что там была потасовка, я не удивлюсь, если я не там непонятно от кого прилетела. Да, посмотрим, какой я буду через полгода. Спасибо. Уверен, смогу внести проект и какие-то изменения в лучшую сторону. Так, ребята, сейчас я возьму зарядку. Надеюсь, тут ногу не сломаю себе. Яна, Захар, да, по-моему, вместе. Честно, не знаю. Ну, что-то какие-то там есть у них сложности. На остров пока точно не полечу. Не знаю. Смысла пока нет туда лететь.
У Фрост голова пробита была тоже от Симки за хореша. Не знаю этой ситуации даже. Кстати, по поводу Марины, самое смешное, знаете, что? А я ей тут об этом сказал. 3 года назад, когда она сюда пришла, я что-то так посмеял на нее. Ну, думаю, блин, симпатичная девчонка. И захотел прийти на проект. Мне был 21 год. Я пришел на кастинг в Новосибе. И это... Черкасов в Новосибе проводил кастинг. Вот. Я там какую-то девчонку за руку взял, пришли, начали общаться. Ну, мне как-то, блин, не знаю, не был я тогда еще готов, наверное, не был каким-то, не то чтобы зрелым. Ну, короче, хорошо, что меня не взяли, потому что на тот момент у меня дела шли очень хорошо за периметром. Вот, с Черкасом даже разговаривал. Он говорит, ну, я говорит, тебя припоминаю, просто не пойму, почему тебя не взяли. Вот, было приятно это слышать. Ну, короче... Тогда я мог прийти как раз к африкантовой Маринке. 3 года назад. Посмеялись так. Почему не выгоняет подобрее? Да потому что он наш талисман. Человек вообще делает вещи молча. Ой, блин, увидите потом в эфирах то, что было сегодня. Это вообще смех. Таня, строка у вас можно показать? Вас просят это. Короче, тебя хотят увидеть сейчас. А? Вот. Вот она отдыхает. Как отдыхают простые люди? Просто так лежа на диванчике, нормально, в лугах. Танюш, удобно тебе? Мне шикарно. На рыбку здесь. Прекрасный вид на рыбок, да? Тут все музыку заценили уже. Кто там, говорит, не спит? Кто там не спит? Танюха не спит. Вчера хорошо погуляла, сегодня тоже хорошо гуляет, только уже на доме. Нет, с Ирой мы не вместе. Илья, диванные войска, это точно. Сегодня поздравляем Илюху с диванными войсками. Чувствах Кати. Честно говоря, на удивление быстро все это прошло. Я для себя там кое-какие вещи осознал, был ослеплен. Повел себя как мальчуган влюбленный какой-то. Вот. Поэтому отошел нормально все вообще. Ирка прилетела. Что-то разобщались. И в общем... Я ее поддержал, она меня, и как-то так спелись на этой волне. Спасибо. Подъем у нас в 10-11 утра примерно. Песни на фоне в тему. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне б такую. Ира, эту песню посвящаю тебе. Помаши ручкой, пожалуйста. Иришка. Иришка, чики-пики. А он делает вид, типа, не слышит меня. Ира! Я тебе песню заказал. Песню заказал для тебя. Понятно, ладно. Надо новую шутку придумать. Вот, я улыбаюсь. Сразу видно, когда я наигранно улыбаюсь. Какая
Мне 24 года, новенький не нравится, не нравится. Аня так опустилась до американца, которая плачет и жалуется маме. Ну да, это тоже не понял, конечно, не буду лезть в их личное, но для чего было звонить маме, я тоже не понял. Наверное, очень хорошие отношения, но сужу по себе, я бы, наверное, не звонил. По крайней мере, знаете, вот когда проблема с девушкой какая-то всплывает, и вот по своему опыту говорю, что она просто через час, эта проблема может испариться, а ты уже звонишь родителям, либо говоришь там друзьям, еще кому-то, ну зачем? Ты забудешь, а тебе потом родные будут припоминать, что вот она такая плохая, ну, короче, вообще не люблю, когда родители приплетают. Ладно, можно за советом обратиться, когда прям все уже деградация какая-то в отношениях, я там не знаю еще что-то. Вот у меня мама всегда может объективно посудить, если я там, допустим, не прав, она скажет, ты дурак, ты там возьми все в свои руки, ну, либо наоборот. Вот, и очень хорошо, когда вот родители именно умеют объективно оценить ситуацию, не потому что вы там, например, там сын или дочь, а действительно по факту, вот, ты там прав или нет. А, так, а что сестра Саши? А, сестра Саши, Татьяна, что вы готовите в час ночи, спрашивают мои дорогие подписчики. Что вы готовите в час ночи? Салат. Салат? Нет, я слышу, там что-то жарится. Салат? А что же, ты салат жаришь? А? Креветки жарит, морепродукты, все дела. Так, а кто из остальных засветил новеньких? Я не знаю, блин. Блин, днище. Блин, по чесноку, блин, вообще угарный чувак. Я, а что? Блин, свинья я, да, сейчас уберу. Короче, я когда сюда пришел, Блюм был с Аней, и, ну, не знаю, я нормально, уважительно отнесся, как-то мы с ним заобщались. Я вам даже больше скажу, он много таких советов дал полезных, ну, в плане проекта вообще, как-то взгляды мои направил. В общем, хорошо к нему очень отношусь. Так. Блин, да как чаще? Смысл каждый день выходить. Надо, чтобы вы чуть-чуть поскучали. Да, одна на транса, похоже, есть такое. Вот, Найлз, я отвечал на этот вопрос выше. С Таней у нас ничего не может быть, в принципе, потому что это девушка моего друга, и неважно, вместе они сейчас или нет. То есть я бы никогда не смог так поступить. Честно говоря, в жизни была одна такая ситуация, когда мой друг с команды был в отношениях с девушкой 5 лет почти, и они расстались. Ну и, соответственно, мы тоже хорошо общались. И был такой момент, когда после тусича мы остались вдвоем дома. Я просто, ну, остался ночевой. Вот, и, короче, она, ну, начала там лезть ко мне как-то, в общем. Ну, вы поняли, о чем я. И это, наверное, был первый раз. Ну, обычно девушки могут ломаться, там, как-то отказать. А в тот момент получилось так, что я ей отказал, потому что, ну, я говорю, я не могу так сделать, во-первых, по отношению к своему другу, который был с тобой. А во-вторых, как бы, ну, ты мне тоже подруга. Вот, и, в общем, я-то не воспользовался случаем. Вот, да, мама у меня очень мудрая, молодая и красивая. Так. Телеки, мое лицо в анонсе. Что там за анонсы? Так, пока рассказывал, много кто что написал. Сори, если кому-то не ответил. Гонза, блин, вот так. Это ты кто, блин, откуда ты знаешь? Как мы познакомились с Даней? У нас есть просто очень много общих знакомых с футбола и прочее. Вот в Новосибе общались. Вот так и познакомились. Там то клубы, то футбол. В общем, не прям с детства, с юности мы знакомы. Я на Доме 2, вот так, ты кто, блин? Да почему правильно? Просто, блин, ну ладно, окей, скажу честно.
Если в тот момент мне жестко бы прям нравилась девушка настолько, что я бы ее хотел, блин, возможно, я бы поступил как подонок. Но, блин, серьезно, я знаю, что такое дружба, и не хочу показаться, знаете, хорошим. Говорю, как есть на тот момент. И я уверен, что даже если мы с Танюхой в той ситуации оказались, я бы, ну, повел бы себя так же. Потому что к Дане я очень уважительно отношусь. Писать девушку мои мечты. Да такой нету. Боюсь, к сожалению, такой нету. Кто нравится на проекте еще? Честно, никто. Нет такого, что прям вообще горели глаза, там дымилось все, что можно. К сожалению, такого нет. Думаю, от этого все исходит. Нефтекамск, привет. Так, Новосип, ложитесь спать, пожалуйста. Не нужно тратить на меня драгоценное время. Я вообще это самое... Доброй ночи. Я сейчас сам скоро пойду уже. Не знаю. Наверное, кто-то на камеру только улыбается. Это все наиграно. Блондинка или брюнетка? Неважно, какая девушка. Блондинка или брюнетка? Главное, что не блондинка. Да блин, девчонки, честно, называйте меня всеядным. У меня нету какого-то определенного вкуса на цвет волос. Главное, чтобы девушка была интересной, цепляла тебя. Не знаю, взять мою там бывшую девушку, она отлично смотрелась и с белыми волосами. И, в общем, ей шло абсолютно все. Немножко другое, подчеркиваю, в девушках, точно не цвет волос. Хорошо, как скажешь, буду оставаться честным и говорить только правду, и ничего кроме правды. Да, походу, уже на себе второе дыхание открывается. Ой, блин. Есть. Слышишь, Танюха? Строкова. А, Строкова. Так, ладно, она в музыке, я потом ей скажу. Да, спасибо, пойду сейчас спать уже. Ну, уж прям скромный, воспитанный мне не нужно, но считаю, что все в человеке должно быть в меру. Если человек сильно правильный, это плохо. Если человек, ну, допустим, девушка разгульная, легкая, напередок, так скажем, тоже ничего хорошего. Поэтому, блин, ребята, нужно, чтобы все в меру было в человеке. Пингвины, у нас дружба, общение. Так, короче, иду до Танюхи. Танюш, пишут, короче, то, что у тебя какие-то депрессивные песни играют, беспокоят за твое настроение. Ну что, прикалываетесь, у меня просто все подряд играют. Мне, короче, пишут все. Вот прям какая-то, короче, девочка там 800 раз написала, посмотри на Таню, посмотри. Я говорю, да, ребята, успокойтесь, говорю, это моя подруга, так, там, я включу нормальную, бывшая девушка, там, друга моего, все дела, я говорю, мы, ну, общаемся и так далее. Короче, там девчонка пишет, дальше что? Сейчас тебе покажу, вон, читай. Нет, а мне так же. Если Таня заходит, то ты будешь ее. Танюха вообще хищница. Да, акула. Акула всегда берет свое. Угу. Таня, ты красотка, Таня. Рассталась с Данилом? Да давно уже, ребят. Или он с тобой? Или сколько ты... можно что-то мусолить-то уже, ну? Песня Ромашова. Слушай, невозможно. Мне вот песня, кстати, понравилась, которой еще нету. А что ты фильтр не делаешь? А где? Вот здесь? Да. Давай. Нет.
А, вот, кстати, вот этот фильтр кайфовый. Вот этот. Да? Я хочу кричать, о любви кричать. Я готов за тобой бежать. Поговори со мной, поиграй со мной. Потанцуй со мной. Вот это прикольный трек. Люблю тебя, я ищу тебя. За Танюшку не переживайте, девчонка да, кушает, что? Девчонка смотрит в будущее, вообще хорошо выглядит. Вот. Мне все хорошо, ребят, правда. Ты не акула, ты пиранья. Я не то, что я вообще... Что ты хотел сказать, это? Песня какая-то кайфовая у него, которую, помнишь, что это на улице Юльке посетил? Да. Ее нету, да, еще? Нет. Там песня была другая, короче. Таня, огонь. Я тебя никому не отдам. Я хочу кричать, о любви кричать. Я готов за тобой бежать. Что меня сразу отталкивает, девочка? Ну, наверное, если она легкодоступная. Таня, муж, привет передает. Чей муж тебе привет передает? Привет мужу. Мужу привет. Я считаю, что, кстати, вас... Короче, кто тебе это написал, нужно напрячься немножко. Песня про остров. Да, песня про остров, короче. Вот. Вот они так резко прервался эфир, да, блин, из-за Иосифа, из-за вот тупых шуток. Кстати, ну да, я что-то там слышал. Все испортил, да? Mm-hmm. Ох уж эти армяне. Моему мужу Таня нравится. Да не грустно мне, ребята, господи. Давайте, ладно, сейчас включу. Мандаринка. Мандаринка. И бокальчик любимого листа. Да нет, не все. Ну вот давайте. Я уже веснулся. Разве Танюха легкодоступна? Единственное отношение на проекте. О чем вы говорите? И примеров очень много таких. Вон, Иришка Коган у нас. Роза проекта. Что, приболела? У меня горло давно болит. Да? Может быть, чай с лимоном, Татьяна, вам? Можно. Давай, сейчас замутим. Короче. Чё мы не спим? А, ребят. Веселимся. Присмотритесь к Игорьку. Ну, у тебя тут смотрит, конечно, 40 человек. Слушай, у меня за раз там по итогу 300 с чем-то смотрят. Но если заходят, выходят, понимаешь? Ну, понятно. Не цепляю еще. Это, слушай, ты на себе, понимаешь, держишь фокус. Я зашел, у тебя сколько, косарь было людей? Ну, где-то, да, косарь близко. Ничего, нужно же с чего-то начинать. С праздником, спасибо. Вот как мы ходим в туалет, когда камеры стоят? Привыкаем. Конечно, а что делать? Давно не видел такого настоящего мужчины, как я, спасибо. Танюх, что, может, с тобой замутим, пишут? Замутим. Да, сейчас, можно. Знаете, я сейчас с Танюхой, знаете, что пойду замучу? Вкусный чай. Да. Вот. Чаёк с удовольствием. Ребят, не переживайте, я не извинюсь. В худшую сторону точно. Вот. Все, включишь чайник, пожалуйста? Чайник включишь, пожалуйста? Чай с ромашкой. Чай с любовью и лимончиком. Присматриваюсь к подписчицам. Думаете, пора, да, приглядываться? Вот! Ну, наконец-то единственный человек написал нормальные слова. Как минимум, да, потому что Даня мой друг. Доброй ночи. Короче, Таня, смотрю на тебя, не на себя. И понимаю, что нам нужна фотка какая-нибудь красивая. Вот. Кто там еще не спит? Да на самом деле, никто не спит почти. Там таких ухоженных, стильных, как Таня, нету. Слушай, ну здесь соглашусь. Танюха всегда как на праздник. Даже надо там, выходит на завтрак, там, знаете, там... Мусор выкинуть что-нибудь там, наряжаться или что-то. Таня, для проекта слишком шикарно. Понятно тебе? Полностью согласна с вами. Кто бы сомневался.
Давайте, ребят, спокойной ночи. Не будем Танюху больше мучить. Пойду сделаю нам вкусный чай. Вот. Татьяне нужно выздоравливать. Да. Беречь свое здоровье, побольше кушать и думать о счастливом будущем. Это был телепроект «Дом-2». Постой свою любовь. Давайте, ребята, всем доброй ночи. Ирина Пингвинова тоже желает всем доброй ночи. У меня сейчас горло взорвется, все. Да. Девочка, танцуй. Вот не нужно же поздравлять бывшего с днем рождения? Так, как вы думаете, нужно поздравлять бывшего с днем рождения? Отличный вопрос. Мне самому стало интересно, честно говоря. Бывший-то бывший. Песном кушать вредно. Блин, вот меда, кстати, нету. Да, алтайский бы сейчас прям пригодился. Хорошо, эфир сохранил. Так, сейчас камеру поставлю здесь. Спасибо, и вам хорошего вечера. Сейчас я сделаю чаек и буду с вами потихонечку прощаться. О, блин, надо утром тренировку. Нужно ложиться спать. Я тебя поздравляю заранее с днем рождения. Желаю тебе счастья, личной жизни. Пух. Я в спортзал хожу. У меня рост 1.92 м. Так, сейчас я отойду и вернусь. Так, самые преданные остались со мной, дождались. Вот самое главное, что ценю в девушек, когда они могут дождаться парня. С магазина, с работы, с армии, я не знаю, в конце концов. Да. Молодцы, целую минуту дождались меня. Зачем ездил все в город? Слушайте, были дела по работе, я отбирал за гранник, увиделся с родными, там, с друзьями, с близкими, в общем, как-то так. Мне 24 года, рост 1.92 м, на Сейшелы не собираюсь пока еще. Че, черный, зеленый? Вкусненького. Слушай, тебе можно вообще реально холод что-то. Мне можно есть все, что я хочу вообще. В любых количествах. И во сколько хочу. Блин, колбаса, наверное, спонтовая. Почему вкусная вода? Да не, она такая, цвет такой, как химозный. Нет? Угу. Ты же знаешь, что по факту колбаса, она серого цвета.
Вообще ее натуральный цвет. Серьезно? Она серого, да, цвета должна быть. А почему она такого розовато-красного? Чтобы придавался аппетит, типа того. Чтобы она более так... А, ну, слушай, все, я понял. Чтобы она более... Ну, типа цвет мяса вот такого, как... Да, как да. Как вот, например, в воде, например, ну, ты... Ну, мясо, вареное мясо. Вареное мясо, да. Вот такой, да, цвет. Все, я понял. А, они красят. Достанешь пакетик, когда там... Пакетик достанешь, говорю. Да, давай, 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 я тоже себе чай сделаю. Мы, короче, с Танюхой будем сейчас делать бутеры, да. Пить чай. А, времечко, сколько у нас? 12 часов. Сколько время? Ночные бутеры, да. Значит, короче, пофигу, сколько время. Ночные бутеры. Ночной жор. Танюхе не страшно лишний вес. Я мужчина, мне вообще пофигу. Мне вообще не страшно, ребят. Даже не повторять, насколько. Хотя я, кстати, это... Мне можно есть бедрами сейчас. Все, что я хочу. Так. Вот, кто-то пишет, почему Скалон не получилось, и ниже сразу же отвечает за меня. Потому что у Скалон чувство к Владу, поэтому. Таня, привет, она красотка, у вас на проекте много кто курит. И где курят? Это самое, есть лес. Ребятки, вам привет, люблю, целую, обнимаю, ты можешь? Да. Да. Короче, много сейчас... Решили замутить вот такое, такой движняк. Колбаса. Так. Батон. Это званый ужин с Татьяной. Сыр. Короче, сейчас намутим бутеры. Офигеть. Короче, ты хочешь сказать, что с меня чай, с тебя бутеры? Да. Блин, вот это круто. А будем их делать горячими? Да. Вообще, супер. Блин, знаешь, как любил вкус детства? Когда не было микроволновок, мама просто в духовку их закидывала. А, это, кстати, еще круче. Еще вкуснее, да. Еще, это вообще... Микроволновка вообще не сравнится. Да. Микроволновка вообще фигня. Да. Горячие очень... бутерброды, да, вот это? Да, горячие бутеры вообще угу. Тема. Мандаринка. Я к тебе приду, тебя заберу. Так. О, понятно. Сейчас еще Чудно хочет прийти, так что на нее тоже походить надо. Таня, ты классная, ты нереальная, Танюха. Какая подружка у меня есть. Так, съешьте за меня лишний бутер с колбасой и сыром. Таня, красотка. Обязательно. Сейчас так и сделаю. Я бы сейчас поела, были бы просто, я не знаю, сейчас там... У меня-то слюна уже потекла. Танюха, не дразни, тоже сейчас пойдем кушать, блин. Давайте. А мы сейчас специально еще при вас будем это делать, чтобы вы сейчас все побежали к холодильникам. Слушай, у меня сегодня, знаешь, такой вопрос задали. А почему вы называете секс волшебством, а алкоголь, типа, виноградными напитками? Вот, честно, походу, стоит уже называть бутерброды в такое время, тоже как-то это, перефразировать, знаешь, чтобы это самое... Те, кто склонны... Потому что... В общем, у нас ночной жор. Так, сейчас мы сыр порежем. У нас там уже компания собирается, ребята, хочет тоже покушать. Так, ребят, давайте присоединяйтесь к нам. Пока идите к холодильнику, вы ищите что-нибудь интересненькое. Мы флешмоб запустим. Давай, ночные бутеры. Ночной жор. Ночной жор. Дожор. Да-да-да. Да, у нас только кто сейчас будет вечеринка. Пьют на весь мир. У нас сейчас вообще... будет прям вечеринка нормальная. Туса. Бутербродная. Да. Вот. Тоже захотелось. Тот момент, смотрите, я вам сейчас все продемонстрирую. Тот момент, когда хотели идти спать. Но вот. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Да. Мне кажется, все. Так, сейчас мы загружаем бутеры в микроволновку. Так, смотрите, значит, лайфхак. Так, давай. Надо поставить ровно на одну минуту. Угу. И потом увидим, что будет. Но я же предлагаю сверху огурчики солить. Да. Ты прям мысли читаешь. Это вообще пожар. А если добавить каперс еще туда острите? Ух. Ой, нет, такое я не люблю. Целый бургер получится. Так, а где такое соленое? А если добавить еще на кухню Руслана Кожухова? Да-да-да. Будет вдвойне приятная компания. Ну, это делись мои огурцы, потому что я... Ты свежий ищешь? Или соленые? Они, кстати, вон на столе стоят. Слышь, Танюх? Вон они. Да-да-да. Бургер. Как у Танюши дела, настроение? У нее все прекрасно. Я надеюсь, правильно же, Танюш? Дела, настроение, все хорошо. Передай ей.
Да, тебе передаю, что ты будешь самой счастливой. Дай бог. Я думаю, что я заслужила. Покажите, Таня. Я думаю, вот я она. Заслужила. Да? Ребят, вы согласны? С этим тяжело не согласиться. Как так, отношусь? Так, продолжаем. Значит, наша да, давайте так. Кухонная такая движуха. Ого, блин. Сыр чуть не убежал. Сыр. Слушай, ну он как-то это, где-то жестко он растекся, а где-то это самое. Угу. Не до конца, да? Что, думаешь, еще может? Можно еще чуть-чуть. Добьем. Да. Окей. Сейчас Мариуполь, привет. Короче, еще на 30 секунд. Так, как отношусь к тому, что девчонка курит? Блин, у меня, честно говоря, ну, вот если взять сигареты, то мне не очень нравится, когда девушке пахнет сигаретами, вот, но сам покурю коленчики, что-то еще, поэтому... Что-то еще. Да-да-да, ну, там, сигаретки тоже могу дунуть. В наше время уже пару всяких штук таких невонючих, вот, поэтому девчонке должно вкусно пахнуть, точно не сигаретами. Так, слушай, ну я думаю, что уже, наверное... Таня, ты кушаешь ночью, и как же ты не набираешь вес? Да потому что, это... что, видите, за последний месяц это первый раз, чтобы я ела ночью, ребят. Поэтому я не набираю. Короче, самое жесткое на самом деле, вот даже несмотря на это, нюх на твою прекрасную фигуру, которую нужно это чуть-чуть добавить, это несколько килограмм. Я считаю, что тебе все равно, знаешь, нужно хотя бы килограмма три. Соблюдать питание нормальное, ну, чтобы ты хотя бы кушал, знаешь, там, 5 раз по чуть-чуть. Иначе даже, я замечал, знаешь, бывают девчонки, они вроде такие стройные, худенькие, а у них там есть какой-то целлюлит, там, что-то еще. Нет, не про меня. Нет, я к тому, что это все потому, что, знаешь, вот кусочничаете, и это не очень хорошо. Слушай, ну, в моем случае я хотя бы начну с этого, потому что я, в принципе, угу. ничего не ем. Ну да, по чуть-чуть. Видите, какая у нас тут офигенная. Движуха. Где Тузов? Тузов где-то гуляет, дружебанчик наш. Тузов, да. Да, на нервах еще как худеет. Какое у нас отношение, блин? Дружеское, дружеское. Нас уже там поженили, наверное. Ну, у вас такое отношение, блин, по-любому через некоторое время будете вместе. Ой. Не, ну, судя по логике, мы и сейчас вместе находимся. Так, куда сядем? Давай здесь. Да, я как раз... Сейчас туда все уберу. Так, эфир закончится через 1.5 минуты. Вот, мы пойдем кушать. Ладно, если что, забегайте к Тане. Вот, я сейчас выйду с прямого эфира. А Тузов не подкатывает к Тане? Да не, они тоже вроде как дружбанчики. Какой у меня рост? 1.92 метра. Так, да. Так. Ребят, все, идите ко мне теперь все. Понимаете? Так, все, кто не уши строку. Запустила. Все, давайте, переходите, я буду отключаться. Всех доброй ночи, всех целую, обнимаю. Давайте, до новых встреч. Ну, вы посмотрите на эту красоту, ну. Ну вот, скажите, пожалуйста.